чуть-чуть и все. А у тебя голова кружится? Кружится. Точно. Это мы лаком надышались. Надо проветрить. Давай попозже. Не в кайф. Значит так, я оплачиваю рабочих, а ты стройматериалы. Ты оплачиваешь и то, и другое. Мы так договаривались. Мы договаривались, что я делаю ремонт, а не переделываю. Мне такой ремонт не нужен. Дай-ка телефон, я позвоню твоей жене. Звони. Так, ладно, 50 на 50.